Так, мы приехали, я вам хочу поснимать немного в школе. Короче, вот как выглядит вход моей школы. Сейчас я вам хочу показать просто, где все оставляют свои велосипеды и скейтборды и так далее. Так как много людей достаточно, детей, в основном мальчиков, конечно, приезжают на велосипедах и так далее. Вот тут такое место, где специально оставляешь свои скейты, там, велосипеды и так далее. Так, идемте дальше. Это офис обычный, куда там внутри, он сейчас закрыт, и там просто сидят как секретарши, директрисы и этот, как его, директор школы, и просто они там сидят, и туда идешь, если ты что-то потерял, они могут это найти. Если ты что-то нашел, тебе надо это им отдать и так далее. Так. Вот такое просторное место. Сейчас мы входим вовнутрь. Так, вот видно кусочек офиса внутри. Вот тут перед воротами утром стоят тут 2 или 3 учителя, и тут 2 или 3 учителя, и смотрят, если у тебя есть твой ID, или если у тебя есть твой... в дресс-коде ты одет, то есть у тебя майка ниже, вот не показывает ничего такого. Вон библиотека. В библиотеке я чуть-чуть снимала, поэтому кто нас смотрит, знает. Тут обычно очень много людей утром ждут, вот там много ждут. Так, вот как еще выглядит наша школа. Тут обычно или практикуются танцы, редко танцы, выступают иногда. Большая достаточно школа. Вот та клетка, про которую я все время рассказываю. Так, я вам хочу пойти по классам и показать вам некоторые классы. Внутри я, конечно, войти не смогу, но коридоры меня просили показывать. Вот я вам и покажу коридоры. Каждая дверь в основном разукрашена с каким-то городом или с каким-то значением. То есть есть, я вам сейчас конкретно покажу, русская дверь. Есть китайская, украинская, по-моему, нет. Украинская, по-моему, нет, но русская есть. Короче, их миллион разных. Вот как выглядят обычные коридоры. Обычно на всех дверях все окна закрыты. Причин много, потому что, во-первых, если, не дай бог, кто-то проберется в школу и будет какая-то проблема, то двери, убийца не может увидеть класс, и будет все тихо, будет как будто никого в классе нету. Каждый коридор имеет свое название. Так, это я сама путаюсь, потому что школа очень большая. Так, туалеты везде, вот такой один туалет на один большой коридор. А, вот и русская дверь. Вот там написано Russia, русский, по-моему, написано. Так они все рисуют. А там в одной двери, я вижу, горит свет. Входить, естественно, не буду. Тут тоже свет горит. На самом деле. Так, я не знаю. Я приехала чуть-чуть раньше, а мы еще не тут. Так. Классов очень много, и все коридоры выглядят почти одинаково, кроме portables. Я вам их раньше показывала. Это просто классы подальше, чуть от этих классов и поближе к физкультуре. Да, у каждого этого portable коридора есть свое имя. Я не знаю, вот вы меня просите, покажите. Вот я вам показываю, в принципе, ничего интересного такого. Тем более, когда тут никого нету. Короче, буду идти просто рассказывать что-то. Спектакль называется «You're a good man, Charlie Brown», «Ты хороший человек». «Ты хороший парень Чарли Браун» — это название этого героя. Это очень американская популярная, как у нас там сказки такие старые. Вот это у них такое есть, и на Крисмас есть «Чарли Браун Крисмас Три». То есть это как целый сериал, и их много эпизодов. И они сняли по этому поводу спектакль в нашей школе. Кстати, хочу сказать, что каждый коридор имеет больше там, например, вот этот коридор, где я сейчас иду, он больше. То есть каждый коридор имеет, вот тут, например, вот этот коридор, где я сейчас иду, тут в основном все 6-е классы, и там
там 7-6 классы. Ну, в основном, в принципе, вот так вот и сделано. Что еще вам показать? Вот так, в принципе, показывать еще, ну, другого вообще нечего. Просто очень большая школа. Я уже английский путаю с русским. По поводу учиться, сейчас затрону эту тему. Учиться мне, конечно же, было тяжело, но с каждым годом все легче и легче. А математика проблемная иногда бывает, иногда нет. Английский, конечно же, письмо, но это все легче. А что еще у нас? Какие классы? Наука мне очень интересна, поэтому мне достаточно это легко. И науку мы не так очень учим. Какие у нас еще классы? Танцы, ну это такое история. В прошлом году, казалось бы, год назад, а все равно я ее хорошо достаточно знала. У меня были только A и A-классы по истории. Так, вот тут это раздевальные комнаты, а вот там для физкультуры. И вот это то, что я вам говорила по поводу класса посредине, ну, ближе которой физкультуры. И сейчас я вам сразу покажу. Вот там это мне, где мы кушаем нашу еду во время обеда. Тут вот у меня класс истории. И тут более старшие классы. Вот это мой класс по танцам, потом мы переодеваемся. Короче,